Привет, привет, ребят, привет, мои хорошие. Блин, наверное, будет меня плохо видно. Свет с окна. Короче, привет, привет, ребятки, привет, мои хорошие. Как всегда, очень и очень рад вас видеть. Фух. Сегодня начинается первый четверетичный видеоряд. Ну, как бы пришел с работы, у меня есть 4 дня для того, чтобы пообщаться с вами. Во-первых, в строках своего видео сразу хотелось бы сказать, что сегодня, да, именно сегодня будет небольшая нарезка, не знаю, может быть большая, про нашу баню. Мы все-таки съездили, отдохнули, и кто видел шорты, тот уже хотя бы чуть-чуть с этим знаком. Ну, а если хотите увидеть больше, поехали. Естественно, этим все не ограничится. Ребят, едем в баню. Привет. Только выезжаем, еще в процессе, а у нас уже пошел снег. Это в преддверии ночи, завтра на работу, скорее всего, будет идти всю ночь. И, короче, как всегда, катаклизма. Ветер унесет нас вдаль. Зарисую небо розовыми облаками. Не грусти, малыш, прыгай со мной в рай. Пусть они завидуют и кличут дураками. Алло, Лё, ну мы ж туда подъезжаем к бане сразу, там встречаемся, да? И ты сладко, как газировка. Я торчу на тебе, мой эфир. Не поможет мне кодировка. Капали с неба капельки кола. Ты так любила жвачки, тебе носил по приколу. Я сумасшедший, наверное, но без тебя. Ребят, короче, хутор Соленое озеро, магазин продукты, и в закутке у магазина продукты есть сауна или баня. Сюда-то мы и приехали. Опа, привет. Заходите. Привет. Опа. Здоров. Опа. Вот это для пота. Он прям не холодный такой. То был прям вообще холодный, по-моему. О, вот это да, вот это кайф, вот это оно. Фу. 110, по-моему. Ну да, ну, мясо греется, туда еще не пришло, но уже чувствуется, когда туда пропекается, на кости, это вообще хорошо. Ох, не знаю, что видно, не видно, но уже потекло. Да, уже прям... Выделяется живительная влага. Ну как живительная, это, наверное, мертвая вода, с выходом которой мы молодеем. Да, точно. Есть такие подозрения. Пойдет, для начала. В принципе, уже вот отделение пошло, сейчас просто чуть-чуть продержаться. Встало, но вообще хорошо встало. Конечно, кайф. Еман. Не холодно? Нормально. Там был мозг, она бы перегрелась. А так кость нормально. Все хорошо. По ощущениям, но как бы все хорошо. Значит, вообще париться не будешь? Не буду. Я даже попался. Почему так? Ну когда комнатная комната температура. Откуда нагрелась? Нет, вы нагрелись. Не, сразу заходил, пробовал. Я заходил тоже, да. Вода в бассейне прям теплая. Ребят, сейчас иду пропарюсь хорошо и будем погружаться в холодный бассейн. Покажем маленькое шоу. Что? Маленькое шоу, ты уже как помидор. Так, шоушные ребята должны быть как помидор. Хорошо. Вообще супер. Вода вообще не чувствуется, что холодная. Просто кайф неимоверный. Во. А куда только пил? Куда? Ну ж не влезет. Столько чая. Вы потеваете его.
Пока еще столько не выпотеваем. Не настолько долго сидим, не. Пододречку найдет, пейте. Да что? Облился, облился. Света, что-то я не пойму, но течет, не течет. Да, смотри. Ни хера не. Там есть вода. Была. Да, там есть. Была, нет. Нет, что-то жужжит. Орел, нет, не на печально. Там ну, там как раз вы, там унитаз стоит, оно так ну, еле-еле, знаешь, секунду где-то. А там есть. А вот что? Сосок. Мы медузы, пам-пам-пам. Мы похожи на арбузы, пам-пам-пам. Похожи? Похожи. Очень, да? Это арбуз. Хорошо. Ляпота, ляпота. Хорошо, все, все, хорошо. Спасибо. По-моему, веники ни разу не пробовал, но ощущения, конечно, такие. Класс. Я думал, наоборот, или больно, или знаешь, поток воздуха горячий, но обжигать будет прям. Оно мне даже, оно все вместе шлепает, вот и прям таким вот тёплым. Ну, ощущения, короче, хорошие, прикольные. Сейчас вот пить, знаешь, как крапива чуть-чуть, так вот как припекает. Кайф. Сейчас. Это ощущение. Все, ребят, время, в принципе, практически подошло к концу. Вы что там делаете? У нас до 8 часов, мы уже пока оденемся, соберемся. И, в принципе, все. Хватуха. Один переодеваться. Оп. Все, ребят, помывочная состоялась, банный день. Оделись, чистые, благоухающие. Негатив сошел на нет. Выходим. До свидания, счастливо. Все. Спасибо вам за компанию. Хорошая. Мы это. Пока. Мы старались. Да. Быть хорошей компанией. Получилось. Молодцы. Все, давайте. Счастливо. Спасибо еще раз. Погнали. Хотели, ребят, переметы снять. Не получилось. Мы их проехали, пока дядя Андрей щелкал и камеру доставал. Переметы закончились. Прямо так ветер через дорогу улетел. Ой, ветер, снег. Так, ребят, ну так или иначе, вернулись опять сегодня. Это должно было произойти, потому что в бане там показывать особо нечего. И показал я, ну постарался показать только самое основное и, на мой взгляд, самое интересное. Теперь о том, что происходит непосредственно сегодня. Самое главное, ребят, остатки хлеба, два кусочка. Это то, что осталось с бани. Но не подумайте, что это мы как-то прозевали. Мы ехали с бани, купили булку хлеба, ну, чтобы именно сегодня ее распечатать, и она была. Но она как-то скоропалительно потерялась, я банально ее не могу найти. Поэтому едем сейчас за хлебом или идем. Ну, а потом все остальное. Да, кушать-то хочется, ребят. А без хлеба... Опа, без хлеба не алло. Давай. Ребят, погодка у нас налаживается, несмотря на все вот эти пугания того, что будет катастрофический какой-то снегопад. Его не произошло, снежок чуть-чуть сыпал, но это такие мелочи, и по сути его нет.
Теперь, ребят, пока не сорвался за хлебом, попробую показать самое интересное, ну, на мой взгляд. Как вы знаете, мы подсаживали крольчих каждую на неделю к самцу, и в течение этой недели должно было по-любому произойти спаривание наших кроликов. И... ой... знаю, видно, не видно, а ест просто, гадость такая. С утра она таскала сено в маточник. Был прям полный рот сена, как усы пертусы торчали. И то есть это подразумевает то, что в скорости она должна родить. Ну, исходя из того, что она, ну, по всей видимости, делает гнездо. И это не только говорит то, что она таскает сено, но и наличие пуха, который она, по всей видимости, выдирает из себя. Похоже, ребят, ждем малышей. Но еще одна тонкость. Если, исходя из того, что серая крольчиха у нас была подсадка на неделю раньше, возможно, крольчата там уже есть. Попробую посмотреть, но это так. Не сильно верится. Ну, это гнездо рыжей. Примерзло. Сука. А ну, если не так. Что там видно, не видно? Мы посмотрим в другом домике. А, нифига. Жора, вали отсюда. Наглый, мелкий. В общем, как вы поняли, наличие крольчат в этих маточниках, ну, понять не удалось. Но эта крольчиха тоже была замечена с сеном в усах-пердусах. Это несколько ранее было. Опять же, наличие валяющегося пуха. Ну, ждем оттепели, когда откроются наши маточники, и посмотрим, что там происходит. Звоню Антохе. Дела, делишки есть, сейчас объясню. Все. Антоха, планшет у тебя на столе лежит, не? Книжка. Ну, просто взять и отдать, да? Я понял, чтобы батарейку проверил. Все, хорошо, давай. Там пока не за что, давай. Дело в том, ребят, что Антоха меня просил электронную книгу взять и отвезти Саньку, потому что она банально не заряжается, не включается. И проблема в том, или батарейка села полностью, ее надо просто толкнуть, чтобы она начала принимать зарядку, или надо полностью поменять батарею. И вот с этим разобраться поможет только Санек. Ну а я должен помочь в этой нестандартной ситуации. Значит, помимо покупки хлеба, будет еще отвоз этой электронной книги в ремонт к Александру. И мы увидим его лучезарный лик. Оп. Фух, ну а че бы и нет. Что, ребят, как вы поняли, машина уже снова загоняется на свое место дислокации бывшее. Такого снега уже не ожидается. И я думаю, что сегодня, ну или сейчас, выйду отсюда с легкостью. Что-то я легковато оделся. Ну, типа, в машине все дела. Но пока она прогреется. Ух. Думал, ребят, уже не выйду, но удача мне все-таки улыбнулась. Немного побуксовал, и счастье. Ух. Ехать, ребят, все-таки надо осторожно. Машину кидает, буксует. И можно в самой незначительной ямке из-за того, что там лед, встать. Хотя резина зимняя, но, конечно, лысовато. Вон, просто лед, она чуть подтаяла, подмерзла. И все это, соответственно, скользит. Мы тут не проедем. Там лужа по колено. Могу остаться там просто-напросто жить. Так, тот поворот, который я проехал ранее.
Опа. Писец. Газовывать, чтобы не застрять. Хотел пятерочку за хлебом сначала. Нет, сначала сделаем Антохины дела, а там будет видно. Заехал до Антохи. Ой, домой надо забрать эту электронную книгу. Вон, смотрите, резина какая. Зимняя и как протектор нормальный, но все равно гальмует, потому что снег, который подтаял, не знаю, видно, не видно. Вот, просто лед. Жопа. Как всегда замкнуто. Я тебе дам. Так. Вот она, электронная книга. Хер поймешь, а где батарейка? Антохе WhatsApp написал, но спросить, все ли тут. Но он сказал, открытая будет, но что-то я батарейки не вижу. Возможно, она где-то просто запрятана среди вот этих железных штукенций. А вот он пишет, да, батарея под защитой. А мы сразу за день, таково мы сразу. Иры ж не было, она спала после работы. Я сам рулет один вточил. Но он так прям хорошо зашел. И Антон, ты пекла, я думаю, нет, мне не понравилось. Ой, добрый. Хороший, этот ванилин прям чувствуется. Антош, и тут Андрюш, и на рулет оце 5 яичек, 100 грамм муки. Не, ну такой, наверное, не получится. Скрутить его. А что? А тонкий как вы его печете, наливаете? На противень. Не, ну тонко просто наливаете. Да, тонко. Да. Оно там где не дуется. Ну, гадать толщину ж надо, чтобы сильно не поднялся. Ну, чтобы скрутился. А скрутить толстый не скрутите. Скрутится. Только самое главное, что с противня я сразу полотенце и сюда. И вместе с полотенцем. Ну, я понял. Ну да, сразу горячее. Потом я конфетку завел лежать. А холодным, особенно, це я ще делала, мазала, як він гарячий, а кремом вже буде гамно. Ну да, розтечеться. А раніше, помниш, в кулінарії у нас завжди з кремом такі продавались. По-моєму, з варенням продавались. Ну, з кремом реже. Ну, може бути. На варенням помню просто, ага. Покупали прямо. А з цим, да. А з кремом реже таке було. Ну, теж дуже вкусно. Вкусно? Даже вже не знаю, що краще. А це так взагалі, от йому ціна, синок. 5 яичек, 100 грамм муки, 100 грамм. Варенье свое? Да, там он полон подвал. Поехали. Ну, давай. Спасибо. Да, конечно. Ну, гостили. Надо прям попробовать как-нибудь рулету такой сделать. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Не уверен, что получится, но попробовать сделать надо. Ой, блин, гребаная мусорка. Разъехаться бы с ней. Проехала. Ништяк. По асфальту, ребят, вообще уже хорошо ехать. Плохо ехать по нашей улице. Там, конечно, лед. Здесь, видать, посыпают какими-то реагентами или потому что машин много разбивают дорогу. Красота! Машина Санька стоит. Значит, у нас есть все шансы. Ну, пусть хотя бы скажет. Да, нет, нет, да. Покупать батарейку или можно взбодрить это. Ну, Антоха просил, надо сделать. 6 утра. Фотография твоя. Горят воспоминания. Опа. Привет, Санёк. О, Андрюха. Ау, по делу. Ну это братишки. Фигня, то есть, ну, с батарейкой какая-то фигня. То ли ее менять уже надо. Здравствуйте, дорогие подписчики Андрея. Ну то ли, можно знать, просто толкнуть ее надо. Можно толкнуть, я не знаю, на поглядеть, что стоит, как это. То, что, в принципе, он, ну как, никому не знает, кому обращаться с такой фигней. Она где-то под защитой, говорит, батарейка там, ну, под железной. Какая-то да, из. Да, да. Ну, то есть, то ли вот эта большая, то ли у тебя маленькие. Да сейчас. То ли он разрядил до такой степени, что уже писец. 3.46. Я ж не знаю, да, что это должно значит. Заряжаться. Должно заряжаться? Да, 3.46 это на минимуме, ну, заряжается. Может, это просто зарядка и что-то. Сейчас будет. Пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет. С тобой мне повезет, ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Нет, а я тут, ты видишь, я туда полез, да, а да. Ты меня взял, отговорил. Нет, я ж не знаю. Может, на его на год. Если бы тебя не было, я бы сюда полез бы. Сразу бы. Сразу бы, да. Никто не узнает, куда пропадали. Мы пчелами летали до утра,
Дерзайся, все получится. Давай, спасибо огромное. Пока все. Да. Давай. Антоха придет, заберет. Все, счастливо. Спасибо, Санек, еще раз. Пока. О, нихера себе, зашел на 5 минут, я не знаю, часа 2, наверное, протрендели, но все вроде по теме. В общем, что хотелось бы сказать по Саньку. Красавчик по любасу, заменил гнездо, куда заряжать вот эту электронную книжку. Так оно стоит где-то 800 тысяч рублей у нас, замена этого гнезда. Взял 500 рублей с Антохи. Молодца. Ну, еще раз огромное-огромное спасибо Саньку за все. Конечно, выручает неоднократно, выручает всегда. Большой человек с большой жирной буквой. Все, ребят, последний рубеж. Пятерочка и приобретение хлеба. Мои мультики. Все, ребят, я в пятерке. Ближе к дому, и все страшнее становится. Ой, блядь. Сконтакт приехал домой, ребят, машину поставил опять сюда же. Вроде снега не обещали, а я... Ну, я уже отсюда выезжаю. В принципе, довольно легко. Чё еще-то надо? Жока! Жолыч! Он всегда меня чувствует, всегда меня ждет, потому что он красавчик. Жор, не вымазывай меня! Красавчик. Пошли домой. Какой-то хлеб наломал. Раз та собака не есть, наши будут. Да, пускай. Я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.